Зриэль – это сын Асгора и Ториэль, и когда-то он был принцем монстров. Внешне он похож на козла, либо дракона в полосатом зелено-желтом свитере. Зриэль был довольно плаксивым ребенком, но в то же время очень добрым и отзывчивым. Как вы уже знаете из истории Чары, Зриэль ей доверял и дружил с ней. Безумный план Чары привел к его гибели, но история Зриэля не заканчивается на этом. Я бы сказал, все только начинается. Пыль, оставшаяся от Зриэля, попала на цветок, который стал объектом исследований доктора Альфис. Она решила проверить, что будет, если дать волю к жизни существу, которое не является ни монстром, ни человеком. Альфис ввела дозу решимости в цветок, и он ожил. Все воспоминания Зриэля были в этом цветке, но поскольку души в нем не было, Зриэль не мог любить или сопереживать. С этого момента Зриэль становится Флауи. Оказавшись в теле цветка, он был сильно напуган и позвал своих родителей на помощь. Но никто не пришел. Позже он смог найти Асгора и Ториэль. Они заботились о нем, но не смогли восстановить его способность испытывать эмоции. Скорее всего, они даже не догадываются, что Флауи их сын. Зриэль был в отчаянии, но потом обнаружил, что вместе с решимостью он получил силы управлять временем. Таким образом, он мог менять судьбы окружающих монстров, вновь и вновь переживая одни и те же ситуации, но при этом поступая так, чтобы всем угодить и со всеми подружиться. Какое-то время Флауи старался сделать абсолютно всех счастливыми, но вечно это длиться не могло. Флауи уже видел все варианты событий, и от скуки он решил начать творить зло. Поэтому Флауи и нападает на Фриск, благо Ториэль оказалась рядом. Он понял, что с помощью Фриск может заполучить души людей, которые хранит Асгор. Но если Флауи поймает в ловушку и всех друзей Фриск, то поглотив и их души, он обретет такую силу, что будет способен перемотать время на тот момент, когда еще был Зриэлем. Для этого он обманывает Папайруса, предлагая ему собрать всех друзей Фриск в одном месте. Если этого не происходит, то с помощью душ людей Флауи превращается в Омега Флауи, огромное и жуткое чудовище, с гигантской решимостью и способностью сохранять и загружать игру. Он даже ломает сохранение игрока и саму игру в принципе, меняя картинки, название окна игры и текст истории. Если Фриск побеждает и прощает Флауи, то он не понимает, почему Фриск так хорошо к нему относится после всего того, что Флауи сделал. Он все еще бездушный, однако сильно расстраивается из-за того, что Фриск его неожиданно прощает. В итоге Флауи убегает. Но потом он возвращается и подсказывает игроку, что есть концовка и получше.
Когда на пути пацифистов Лауи захватывает души всех монстров, он сначала обретает свою первоначальную форму, а потом уже и взрослую. Он говорит, что очень устал быть цветком столь долгое время. Теперь он переполнен энергией, и ему уже безразлично уничтожение мира. Азриэль намеревался стереть всю временную линию и чужие воспоминания под ноль. После попытки поглотить душу Фриск, Азриэль трансформируется в свою финальную гиперформу. Мир стал растворяться, но решимость Фриск позволила спасти души друзей и достучаться до самой сущности Азриэля внутри ужасного демона. Вспомнивший свое счастливое детство, демон заливается слезами и просит Фриск перестать сопротивляться и дать ему выиграть. Но Фриск до самого конца не теряет надежду. Азриэль признается, что все это было сделано потому, что он не хочет еще раз потерять кого-то вроде Чары. И именно во Фриск он Чару и узнает. Азриэль опять становится маленьким и просит прощения. Он использует всю свою силу для того, чтобы уничтожить барьер, и освобождает все души, зная, что опять станет цветком после этого. Но даже вновь превратившись в Флауи и не имея души, Азриэль жалеет счастливых друзей Фриск и просит не сбрасывать хорошую временную линию. А вот на пути геноцида все гораздо печальнее. Чара полностью захватывает Фриск, и Флауи осознает, что не он один может творить зло, и что ему тоже грозит опасность. Перепугавшись, Флауи убивает Асгора, чтобы показать Чаре свою преданность, и просит его не убивать, но Чара его даже не слушает. На улице дед. Дед на каблуках идет. Такого я еще реально не видел. Цветение цветов и птицы цветут. В эти дни такие лицемерные мгазы, как ты, должны пизды в аду. Ду-д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 у. Повернись, дитя, ведь это грех. Эх. Боже, какая шутка! Если бы сдержала слово защищать тебя от всех, выступай, и эту битву лучше ты не начинай. Ведь по правилам такие не играют дети, и объяснять дуракам понятия... По дворовому футболу, под... Сложно эти, так давай забьем в комнату прохлады. Нападай, чертова убийца! Видеть мой глаз? За брата! Ну давай же, ударь ты, если сможешь! И пощады ты своей... Я Гитлер! Я сказал бы, от попыток ты устанешь, но ты злишься, что все время... Умираешь, тебя не победить, это битва вечна, стираешь свои смерти бесконечно. И буду безустанно ждать я снова, ведь тобой увижу только любовь. В этом вся твоя любовь, 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 любовь. А! Ошибка стоп! 00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 
Да я ж пошутил. Приседай, приседай, еще раз приседай. Жопой в пол давай. И еще раз, и еще пошел. Приседаешь, пока не порыгаешь. Вот твой залог успеха. Вот где завершу эту я главу. Хочешь сколь пройти, так погаси во мне искру. Но неважно, как стаю, твоим атакам нет конца. Неужто ты так сильно любишь чувство смерти и гнева? Ну давай же, ломай меня полностью, если сможешь. И пойми, что ты пощадой не поможешь. Милосердие свое пощадило. Я знаю, что друзей моих убило. Вот почему я не жалею силы. Я их пощада, я их пощада. Я их во всем прощение. В жестокости твоя любовь, любовь, любовь. Я сильнее, чем любовь.